Ну что ж, еще раз всем привет, ребята. Честно, я удивлен, очень удивлен. Я не думал, что вы меня сегодня заставите записывать третий ролик за день. В общем, я сегодня записывал Castle Crush, я сделал сегодня новый замок, 7-й замок, Ангельский храм. И, в общем, у меня было спецпредложение с легендарным сундуком, где я говорю, я его куплю, если на ролике наберет 5000 лайков. Вы буквально за 2 часа набрали целых 5000 лайков, да вы просто безумцы, я не знаю, как вы... Блин, круто, реально, у меня такое количество лайков никогда не набиралось за такой период времени, всегда там за сутки максимум, и то не всегда. Поэтому я понял, что вы очень сильно хотите, и я, как и обещал, я задоначу. И если вы не заметили, ребят, у меня еще на балансе 20 тысяч гемов, соответственно, будет следующий ролик открытия сундуков. Только вот, знаете, сильно не развернешься на широкую ногу, да, не погуляешь, потому что... Мифических сундуков всего лишь там 5 штук вроде бы можно открыть. Это очень мало. Поэтому я буду, скорее всего, открывать магические сундуки. Но у них тоже x2 шанс на легендарку. Но, опять, к вам предложение. Если мы наберем лайков больше, чем у меня гемов, я закину еще и будем открывать мифические. Я, конечно, понимаю, это космическая сумма, но все-таки, если хотите, то если наберем больше лайков, обязательно подписывайтесь и колокольчик включайте, потому что ролик будет уже завтра. Ну, с момента публикации этого видео. Ну что, давайте теперь перейдем к открытию легендарного сундука. Значит, мы получим 2500 гемов, мы получим 60 тысяч золота. Честно, я больше рад золоту, чем гемам. Ну, естественно, легендарочка будет. Так, доначу. Окей, погнали. Надеюсь, вы лайк уже поставили. Итак, ребятки, покупка осуществлена. И сейчас я открою сундук, и мне должна выпасть лего, или две леги, не знаю. В общем, очень хочу феникса, очень хочу дракона. Поставьте лайк, чтобы он мне выпал. Поехали. Уф. Так, скриншотик. Скриншотик. Ух ты. Убрать. Блин, я просто обновился. В общем, ладно, отвлеклись. О нет, о нет, только нет. Две вампирши, блин, полный кал, просто кал, не знаю, блин, я немножко расстроился, 1800 рублей на такое говно, ну не знаю, ребят, стоп, возможно вы сейчас начнете там, мол, зажрался, лего выпало, ты вот, ну ребят, ну напишите, неужели вампирша крутая карта, ну если да, то помогите тогда с колодой, окей. Ну что, предлагаю сейчас немножко потратить золото. Возможно, тем самым немножко прокачаю уровень. Немножко, совсем немножко. Так, золото, конечно, расходится. Ой, как быстро. Так, ну пока не вижу смысла тратить на что-то другое, ну разве что на укрепление. Укрепление тоже крутая карта. Так, и в принципе все. Остальное я буду для новых колод... Ну, для новых колод использовать вампиршу. В общем, ребят, вся надежда на то, что я открою на 20 тысяч гемов сундуков. Магических, скорее всего. Но если наберете больше лайков, чем гемов, тогда будут мифические сундуки. И это получается, ребят, 30 магических сундуков. Я надеюсь, что лего выпадет мне. А, вот. В общем, что? Блин, такой коротенький выпуск получится. Может, сходим поиграем в глобали? Только я надеюсь, я не сольюсь. Я надеюсь, я не сольюсь. Если я сольюсь, то мне придется снова апать кубки, чтобы делать открытие точно на этом замке. Потому что я хочу новые леги с этой... Блин, хочу все время сказать с этой арены. С этого замка. Ну что, давайте дриаду поставим. Ставим дриаду. Блин, я не знаю, мне в последнее время так нравится играть в эту игру. И вот так хочется открывать сундуки. Всегда такой азарт. Ну блин, вот такие огорчения, мол, так мало... Точнее, не то, что хотел выбить, выбил. Так. Я надеюсь, что дриаду мы уничтожим. Да, отлично. Давайте еще племя лучниц подкинем. А, так. Очень странный персонаж. Потому что, ну, как-то он... Блин, ну жесть. Ладно, давайте тогда еще... Призрака поставим, я не знаю. Блин, это победа. Я люблю троллить противников. Блин, изи катка, изи просто. Я не знаю, почему так изи получилось у меня, но должно быть сложно.
Блин, я просто ору. Так, нет, еще в бой. Так не годится. Кстати, 22-66 у меня сейчас кубков. Прикольное число. До этого было 22-33. Так, ну, еще 2-3 каточки. Не, 2. Не, еще одну. Еще одну после этой сыграем. Потому что, ну, чтобы не был таким коротким ролик. А, так. Давайте одну карту выбросим. Ой, давайте тут пирата, хочется сказать, мушкетера. Ну, это, по сути, тот самый мушкетер с Clash Royale, только название другое, пират, а смысл тот же. Блин, ни хрена себе, скелетики уничтожили почти моего пирата, это печально. О, хорошо. Я вовремя выбросил дриаду. Такс. Давайте племя лучниц. Сейчас бы инферно. Сейчас бы инферно. Успеть. Успеть инферно. Успел, успел. Так, плюс один кристаллик. Маг убьет, интересно, дриаду. Да-да-да, уничтожит. Уничтожит. Там еще плюс... плюс стрелы были. Так, мой колдун прокачан лучше. Еще один кристалл давайте. Так, давайте шаман. Тоже освобожденного демона. Так. Слишком много у него спама. Наверное, тоже играет с призраком. Да-да-да-да. Я как в воду глядел. Так. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что я затащу, пока он плохо играет. Так, тут шаман. Сейчас бы призрака выпустить. Давайте призрака. Где призрак? Вот он, призрак. Отлично. Так, еще один призрак. А, ну этот слабый последний был призрак. Да, мне сейчас не очень прет. Тут маг. Хотя, почему мне не очень прет? 1600 хп у него на замке осталось. Так, палач сюда. Оп. Блин, карт вообще не хватает. Вообще. Блин, что делать? Так. Ждем скелетиков и выбрасываем стрелы. Стрелы. Оп, отлично. Блин, мне нужен сплэш срочно, иначе ГГ. Иначе ГГ. Так, дриаду сюда. Блин, не, я походу проиграл тут. Серьезно. Ну, у меня карт нету вообще, не могу ему противостоять. Просто не могу. Я не знаю, что я не так делал. У него колода быстро крутится, у него скелетика много. Да, вначале я, конечно, круто играл, в конце вот лажа пошла. Все, проигрываю, отдаю ему победу, так уж и быть. Так уж и быть, как будто у меня шанс был. У него получше, надо мне у него колоду взять. Он быстрее прокручивался. Да я какую-то хрень делал. Ладно, последний бой, потому что, блин, на поражении завершать как-то не очень. Фух, так, окей. От начала идеальное. Так. И вот так. Хорошо. Теперь. Теперь подождем. Еще один кристалл. Так. Давайте. Племя лучниц. Хотел сказать стадо лучниц. Так. Хорошечно. Давайте здесь пирата. Оу. Это грязевой элементаль, да? Как-то так он называется. Окей. Я понял, тут парень, наверное, какой-то хорошей колодой играет. Так, хилка. Блин, нифига себе он дамажит. Воу. Полегче, бро. Давайте тут стрелы. Блин, я стрелы прокачал, а все равно не убил элементали. Так, ладно. Сейчас пойдет у нас... Блин, еще один. Оу, ребята. Проблемы у меня. Он вырастает, да? Да, он вырастает. Блин, и понимаете, что... Еще я отхилил, я офигею просто. Мне, короче, надо забирать... Ого! Ого! Ни хрена себе! Блин, я в ярости. Блин. Да ну нахрен. Серьезно? Че, он такой крутой, огромный грязевой монстр, который...
Плавится и ослабевает, когда теряет здоровье. Угу. Гигантский рост. Я понял. Ну, короче, тут уже с тактиками, парни. Ладно, все, на этом завершу, потому что еще могу слить. Не хочу этого, чтобы это произошло. Поэтому, ребят, подписываемся на канал, ставим лайки и нажимайте на колокольчик, потому что если вы не нажмете, то вам не придет уведомление, вы не узнаете, когда выйдет новый выпуск, потому что завтра будет открытие сундучков. И узнаем, какие леги я выбью, какие карты, в общем, надеюсь, я вообще их выбью, леги. Все, ребят, на этом буду прощаться, спасибо всем за просмотр, желаю вам удачи, хорошего настроения, до новых встреч и всем бай-бай.